Итак, третья часть. Третья часть, мы поговорим про будущее. Четыре типа действий, но только теперь уже в будущем. Прежде чем посмотреть это видео, я предлагаю вам посмотреть первые два, про настоящее и про прошлое. То есть вы пишете в поиске EWT английскими, это English with T, точка, а потом русскими четыре типа действий в настоящем. И то же самое, только четыре типа действий в прошлом. Особенно первое видео стоит посмотреть, потому что там я четко объясняю эти самых главных четыре типа действия. Или еще характерных типа действия. Но даже если не посмотрите, я пытаюсь вам объяснить здесь про будущее. Что у нас здесь? Первое. Future simple. Future — это будущее, simple — простое. Мы говорим о фактах в будущем. То, что произойдет. Я думаю, что произойдет. Я надеюсь, что это произойдет. Вот первое предложение. I will make tea in the morning. Will. Вспомогательный глагол. Он ставится для того, чтобы направить наше внимание на будущее. Он не переводится, но он нужен для того, чтобы мы понимали, говорится про будущее. Make. Заваривать. Вообще это делать чаще всего переводится. В данном случае заваривать. I will make tea in the morning. Вот я так думаю, я считаю, что я заварю чай. Вот я заварю чай утром. В школе говорят, что если мы говорим I или we, то нужно вместо will ставить shall. То есть для всех остальных местоимений, то есть he will, she will, they will. А вот если I, я, и если мы, we, то нужно ставить не will, а shall. Так вот по правилам. Сейчас чаще всего для всех лиц используется will. А как выйти из этого положения, когда вы думаете, что же поставить все-таки для I, shall или will? Тут есть пример, я вам объясню. Но давайте запомним, сейчас у нас will. Для всех лиц мы ставим will, чтобы показать, что наше внимание в будущее. Дальше. Future continuous. Будущее длительное. Выражает процесс в будущем. Процесс. В какой-то момент в будущем что-то будет происходить. I will be making tea when you come. I will be making tea when you come. When you come. Момент в будущем, в который что-то будет происходить. А что именно? Я буду заваривающим чай. Will — для будущего. Буду — это be. Глагол be. I will be — это значит я буду заваривающим чай. В какой-то момент. В какой? When you come. Когда ты придешь. Это у нас future continuous. Future perfect говорит о результатах. Future — будущее, perfect — совершенно. Итак, опять же у нас when you come. Когда ты придешь в будущем. На тот момент что-то уже произойдет. Уже будет какой-то результат. А когда мы говорим про результат, нужно вспомнить. Иметь что-то сделано. Вот так они думают. Но раз мы говорим о будущем, значит I will have made. Я буду иметь заваренным. То есть у меня будет такой результат. I will, have made — иметь заваренным. То есть я заварю. То есть я буду иметь заваренным tea when you come, когда ты придешь. Это третий тип. И четвертый. Future perfect continuous. Future — будущее, perfect — совершенно, continuous — длительное. Длительное действие. То есть вот в будущем, в какой-то момент, к какому-то моменту в будущем, будет уже что-то длиться какое-то время. Вот, допустим, в 2:15 по моим часам я уже буду вам рассказывать это время, допустим, на протяжении 10 минут. Вот такая идея. Это future perfect continuous. То есть к какому-то моменту в будущем кто-то чем-то занимается в течение какого-то времени. Вот I will — направление нашего внимания в будущее. Have been — я пробуду, дословно. Я буду иметь пробывшим, been — это третья форма, be, was, were, been. I will have been — я пробуду making, то есть заваривающим чай. То есть я буду заваривать чай for 10 minutes, на протяжении 10 минут, when you come, когда ты придешь. I will make tea in the morning — просто факт в будущем. Я так сделаю. Результатов нет, просто я так считаю, что так произойдет. I will make tea in the morning. Дальше. Какой-то момент. I will be making tea when you come. В тот момент я буду делающим что-то. I will be making tea when you come. Результат. К какому-то моменту уже что-то произойдет. Значит, I will have made — иметь сделано. Have made — третья форма. Made — от глагола make. Have made — буду иметь.
заваренным чаем. When you come, опять же. Для чего? Чтобы показать момент в будущем, от чего мы отталкиваемся. It is, I will have been making, я пробуду делающим, то есть я буду уже заваривать длительное действие в будущем. К какому моменту? Опять же, к тому же самому. When you come. И показать как долго. For 10 minutes. Еще примеры. Do, did, done. Знакомое уже должно быть вам. Do homework. Твое домашнее задание. Watch a film. Смотреть фильм. Примеры. She will do her homework tomorrow. Она сделает свое домашнее задание завтра. Will. Для будущего. Do. Делать. Понятно. Процесс. В какой-то момент. В какой момент? When you come. Когда ты придешь, какой будет происходить процесс? He will be doing. Он будет делающим. Он будет делать домашнее задание свое, когда ты придешь. He will have done. Что здесь у нас? Мы говорим про результат в будущем, значит, он сделает свое домашнее задание, когда ты придешь. Но они думают так, он будет иметь сделанным. Иметь сделанным. Будет, это will показывает. Оно так не переводится, но просто наше направление. Он сделает, будет иметь сделано свое домашнее задание, когда ты придешь. Следующее. Future perfect continuous. His mother will have been doing his homework. His? Ну да, его. For 50 minutes when you come. Идея какая? Что к тому моменту, как ты придешь, будет какой-то процесс, длится какое-то время. То есть his mother will, это будущее, have been, пробудет, делающий, doing, his homework. То есть она будет делать домашнее задание его 50 минут. Да, ты придешь. Здесь future simple. Пример с глаголом watch. Will watch. Я сократил, чтобы было, чтобы не путаться. Shall, will, точнее, ну, чтобы не было этих сомнений, чтобы поставить. Просто вышли из положения так. Will сократили. We will или we shall, кто кому как нравится. Will watch. New films, almost every day. Мы будем смотреть фильмы почти каждый день. Это просто факт будущего. Здесь процесс, future continuous, поэтому will be watching. Мы будем смотрящими. Мы будем смотреть фильм 9 вечера at 10 p.m. Future perfect. They will, сокращаем they'll, have watched. Они уже посмотрят, потому что они будут иметь посмотренным the film. Понятно, какой, поэтому the film. К 9 часам, by 9 p.m. И последнее. She'll have been watching a new film for half an hour by the time you come. То есть, by the time you come, к тому времени, как ты придешь, she'll have been watching. Она уже пробудет смотрящий. She'll have been watching a new film. Новый фильм. Ну, так. Думаю, уже с временами будет яснее. Но, во всяком случае, идея, думаю, уже понятнее. Стали. Так, всю информацию про меня. Я, кстати, живу в Днепропетровске, напоминаю. Всю информацию можно узнать вот здесь. А на сегодня все. Следующее видео, надеюсь, будет в ближайшее время.